Эстафету Олимпийского огня Волгоградская область встретит 19 и 20 января. В Крещенское воскресенье факел пронесут по городу Урюпинску, а в понедельник 20 числа главный символ Сочинской Олимпиады побывает в Волгограде. Эстафета охватит все знаковые места и достопримечательности Волгограда. Факел побывает даже под землей. Олимпийский огонь провезут на нашем волгоградском скоростном трамвае. 46 километров – самый протяженный маршрут эстафеты во всей олимпийской истории. Преодолеют 152 факелоносца. Они пробегут по самым значимым и узнаваемым местам города. Среди участников небывалые эстафеты – известные волгоградские деятели культуры, политики, бизнеса, а также борцы за здоровый образ жизни и, конечно, гордость всей страны – наши олимпийские чемпионы. Нам выпал шанс и досталась такая возможность посмотреть на олимпийские игры изнутри. Очень волнительно, очень интересно и, конечно, приятно, что это будет проходить у нас в Волгограде, именно, ну, начиная с Урюпинска, в такие праздники, как Крещение. Приглашаю всех друзей, знакомых, горожан. Просто людей, которые болеют за спорт. На встрече отметили, 20 января все службы города будут работать в особом режиме. Кстати, откроет эстафету олимпийский чемпион Максим Ополев. В финале марафона Елена Исимбаева зажжет специальную олимпийскую чашу, которая навсегда останется в Волгограде, как память о том, что частица Сочи-2014, священный олимпийский огонь, побывал и в городе-герое Волгограде. Анна Рублева, Петр Лукашин, V1.ru.